Эх, рыбка, сегодня готовим треску. Треска замечательная, очень вкусная рыба. Из нее можно приготовить очень много блюд, даже не буду перечислять. Это займет много времени. Треска это очень большая, и поэтому мы сегодня приготовим только половину этой трески. Рыбу мы вычистили, вымыли, и теперь нам нужно обрезать плавники и почистить много лука, нашинковать его, словом, подготовить все к приготовлению нашей трески. Готовить треску несложно, но все же эта рыба не жирная, и нужно соблюсти кое-какие правила, чтобы не засушить ее, не сделать сухой, не сочной. Рыба большая, и мы сготовим только половину. И порежем ее на куски. И вот теперь важно рыбу очень толсто не резать, чтобы она во время жарки у нас не высыхала, а быстрее приготовилась. Поэтому рыба должна быть не очень, кусок должен быть не очень толстый. И берем 3 луковицы и порежем полукольцами. Разогреваем сковородку и начинаем обваливать нашу рыбу в муке очень тщательно и выкладывать на горячую сковородку. Теперь посолим нашу рыбку. Можно, конечно, муку подсолить, обваливать. А можно и так, кому как удобнее. Теперь жарим рыбу 3 минуты на этой стороне. А потом начинаем ее переворачивать. Аккуратненько, не повредить куски, как сейчас это сделала я. Как только рыбу перевернули, даем 2 минуты и сразу же добавляем лук. И очень аккуратненько распределяем лучок вокруг рыбки. Лук придаст рыбе неповторимый вкус. Это сочетание очень хорошая. Лук и треска. Теперь посолим лучок. Ну вот, еще пару минут, и рыбка наша будет готова. Лучок немножечко хрустит, и это хорошо. Сервируем наше блюдо к столу, и можно угощаться. Готовьте рыбу. Это очень полезное блюдо. И очень вкусная. Наслаждайтесь вкусной едой и будьте здоровы!